Продукты первой необходимости стали дороже. В Краснодаре выросли цены на муку и автоматически на хлеб. В рознице килограмм муки первого сорта теперь стоит почти на 1,5 рубля больше. Так торговые сети отреагировали на новые расценки оптовиков. Хлебозаводы, в свою очередь, тоже были вынуждены пересмотреть стоимость готовой продукции. Как отметили в Краевом министерстве сельского хозяйства, пекари не получают субсидий от государства, и поэтому отрасль зависит от общей экономической ситуации. А сегодня она крайне нестабильно. Иностранная валюта растет, как следствие, и затраты на импортные семена, средства защиты растений, запчасти и сельхозтехнику. Все это заложено в конечную цену хлеба. Разумеется, в этой формуле есть и мука, которая тоже влияет на стоимость готовой буханки. А зерно твердых сортов пшеницы еще в ноябре подорожало сразу на 70%. Итог мы можем наблюдать сегодня. В некоторых магазинах Краснодара уже переписали ценники. Хлеб в среднем подорожал на 2-3 рубля. Не исключено, что в скором времени, как и прогнозируют эксперты, увеличатся цены также на все макароны и рис.